Я объединился с рядом правозащитных организаций, с которыми мы пытаемся, во-первых, осуществлять розыск военнопленных, а во-вторых, оказывать им необходимую помощь. Вітаю вас. Скажіть, будь ласка, що відомо зараз про українських військовополонених в Росії? Скільки їх і в яких умовах вони зараз знаходяться там? Ну, к сожалению, інформації дуже мало. Что касается украинских военнопленных, общее число, по данным разных источников, составляет около 6-7 тысяч человек, если мы говорим именно о военнопленных, то есть о тех, кто имел отношение к вооруженным силам Украины, Национальной гвардии, другим подразделениям, то есть комбатантам. А условия содержания тоже абсолютно разные. Часть из них содержится непосредственно на территории России, часть в оккупированном Крыму, а часть на территории так называемых ДНР-ЛНР. Что касается в целом ситуации, то российские власти всячески скрывают их местонахождение. И в этом смысле поиск и оказание юридической помощи, паллиативной помощи украинским военнопленным существенно затруднено. Як вважаєте, чому російська влада постійно приховує і місце знаходження, і стан здоров'я тих, кого вона взяла в полон? Ну, прежде всего, для того, чтобы избежать огласки о совершаемых военных преступлениях в отношении военнопленных, потому что совершенно очевидно, что российские власти нарушают положение Третьей Женевской конвенции, которая обеспечивает права военнопленных. До сих пор в России не создано справочное бюро, как то требует конвенции. Но мы, в принципе, понимаем, что российские власти отрицают сам факт войны, стыдливо называя происходящее некой военной специальной операции. И те сведения, которые поступают относительно военнопленных, указывают на то, что многие из них, об этом, кстати, говорили обмененные военнопленные, они не получают надлежащие продовольственные довольствия, они не получают надлежащую медицинскую помощь. То есть фактически российские власти тем самым пытаются скрыть свои преступления. Однак я знаю, що ви з колегами запустили новий проєкт, який якраз і спрямований на те, щоб допомогти витягнути якомога більше людей з російського полону. Що це за проєкт і чи вважаєте, що це за тими умовами, які створила російська влада, чи може він бути успішним? Ну, здесь важно понимать, что вопрос возвращения военнопленных, этим вопросом занимается украинская власть. К сожалению, это совершенно грандиозная задача, поскольку количество военнопленных со времен Второй мировой войны такого количества не было никогда. У меня ранее был опыт работы по защите украинских военнопленных, в частности, по делу украинских военных моряков. Тогда была сформирована команда адвокатов, которая выполняла необходимые действия, что привело в конечном счете к позитивному результату. Военные моряки вернулись домой. И в условиях нынешней ситуации я посчитал, что мой опыт, мои навыки также могли бы быть полезны, могли бы помочь украинской власти как можно скорее вернуть своих людей. Поэтому я объединился с рядом правозащитных организаций, с которыми мы действительно пытаемся, во-первых, осуществлять розыск военнопленных, а во-вторых, оказывать им необходимую помощь. Этот гуманитарный проект, эта гуманитарная инициатива называется «Пошук Полон». На текущий момент нам за менее чем 2 недели с момента запуска этого проекта, с момента, как мы объявили о том, что он начал работать, поступило более 750 заявок. Это огромное количество, чрезвычайно сложная работа. Сейчас мы систематизируем полученные запросы, и в ближайшее время мы собираемся приступить непосредственно к поисковым мероприятиям, то есть к установлению местонахождения людей, которых ищут военнопленных, и, соответственно, при необходимости оказания им как паллиативной, так и правовой помощи. А наскільки це безпечно в умовах того часу, коли в Росії саджають людей на 7 років просто через те, що вони виходять з плакатом «Нет войне»? Як ваші правозахисники, незалежні адвокати не бояться займатися такою розшуковою діяльністю? Ну, дійсно, це абсолютно небезпечно в нинішніх умовах.
По счастью, в России еще есть люди, у которых есть совесть, у которых есть понимание ситуации, которые готовы помочь. Именно с этими людьми мы работаем, взаимодействуем. И мы надеемся, что наша работа будет тем небольшим вкладом в общее дело, в победу, в возвращение захваченных военнопленных домой. Ніколай, скажіть, будь ласка, чи є шанси дістати тих людей, які зараз утримуються на окупованих територіях Донецької, Луганської областей? Тому що ми знаємо, що так звані угруповання ДНР і ЛНР, вони фактично впровадили смертну кару на цих територіях і постійно погрожують людям, яких взяли в полон, тим, що їх фактично стратять. Чи є у нас шанси їх спасти? Я думаю, що шанси є, потрібно діяти оперативно. Уже был прецедент, когда российские адвокаты принимали участие в процессах, так называемом ДНР. То есть прецедент создан. У нас есть тоже храбрые люди, которые готовы туда поехать, которые готовы оказать необходимую помощь. И мы намерены этот шанс использовать, поскольку даже в тех условиях военнопленные нуждаются в защите. От дивіться, щоб поїхати, я навіть не кажу в Донецьк або в Луганськ, навіть кудись по території Російської Федерації зайнятися захистом людини, для цього потрібні гроші. А звідки ви знайдете гроші на те, щоб фактично сплатити за роботу цих людей? Ну, що стосується фінансів, то, як я вже сказав, ми взаємодіємо з рядом некомерчних громадських організацій, правозахисних організацій, у которых есть определенный ресурс. Естественно, мы не можем защитить 6 или 7 тысяч человек. Это совершенно очевидно. Но весь ресурс, который у нас есть, мы, естественно, будем использовать для того, чтобы защитить как можно больше украинских военнопленных, как можно большему их числу предоставить необходимую помощь и поддержку. Важливий момент. Фактично, військовополонені українські в Росії використовуються російською пропагандою. Для цього і всі ці вкиди інформаційні стосовно смертної кари для тих, хто в ЛНР і ДНР, якісь гучні справи, репортажі по НТВ, по російському телебаченню про те, якими страшними нелюдями є українські військовополонені. Тут можна згадати і кейс Тайри, можна згадати кейс азовців. Але після цього дуже часто трапляються дивні речі. Тайру обмінюють. Деяких азовців також обмінюють. Яка логіка російської влади в цих процесах? Чому вони все ж таки, незважаючи на таку сувору антиукраїнську пропаганду, яка спрямована проти українських полонених, все ж таки періодично віддають їх назад? Ну, здесь важно понимать, что общий тренд, конечно же, направлен на создание некого пропагандистского продукта. Это же будет касаться и псевдотрибуналов, так называемых, где внутреннему российскому потребителю будут скармливать какую-то медийную историю. Но когда речь заходит о каких-либо лицах, которые интересуют Россию, оказавшимся в украинском плену, то, конечно же, пропагандистская картинка отходит на второй план, на первый выходит голый расчет, и тогда происходит то, что мы видим. А в чому цей голий расчет, як ви кажете? Тобто, фактично, їм невигідно тримати таку велику кількість полонених в себе через экономические причины, через какие? Ну, совершенно очевидно, что все количество военнопленных им не нужно. Их удерживают на текущий момент только для того, чтобы они не вернулись в Украину и снова не вступили в ряды вооруженных сил Украины и снова с оружием в руках не защищали свою родину. А большую часть военнопленных, подавляющее большинство, так или иначе вернут и обменят. Но есть какое-то количество, которые будут преследоваться вот на этих трибуналах для создания вот этой пропагандистской картинки, и вот им в первую очередь необходимо будет оказывать правовую помощь. А як можна зараз зрозуміти, кого, скоріш за все, влада російська не захоче віддавати? Ну, я думаю, что здесь нужно подойти умозрительно. То есть, скорее всего, это командиры, скорее всего, это представители полка Азов, наиболее медийные лица. Вот, исходя из этого принципа, российская власть и будет их, соответственно, использовать вот в этих постановочных судах, в этих пропагандистских шоу.
Чого я питаю саме про це? Тому що впевнений, що наше з вами інтерв'ю хтось подивиться з тих, хто є родичами військовополонених в Російській Федерації. Хочу від вас почути поради для цих людей, як їм треба діяти, щоб діставати своїх друзів, знайомих, батьків, братів, синів з полону. Ну, прежде всего, необходимо обращаться в орган, который сейчас занимается вопросами военнопленных, это Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Также, если человек не знает, где находится его военнопленный, можно обратиться в наш проект. У нас открыт телеграм-канал, называется он «Пошук Полон». Там есть форма запроса. Можно, соответственно, оставить необходимую информацию, с вами свяжутся и расскажут, что необходимо делать дальше. И, соответственно, ну, главное держаться, надо понимать и помнить, что каждый военнопленный вернется домой, за каждого Украина будет бороться, ни одного из своих людей не бросит. Тоді трошечки вашої сторонньої оцінки. Як ви вважаєте, наскільки оцей мілітаристський угар, який зараз, напевно, спостерігається, якщо дивитися російські медіа, звісно, наскільки він є в дійсності, є в реальності? І наскільки прості росіяни дійсно налаштовані проти українців і, відповідно, проти українських полонених? Ну, здесь важно понимать, что подавляющее большинство все-таки поддерживает путинский курс, все-таки поддерживает власть, но поддерживает пассивно. Да, они повторяют те мантры, которые им постоянно твердят из телевизора. Да, они ненавидят Америку, да, они ненавидят Украину и украинцев. Но если мы будем говорить, а готовы ли эти люди по призыву Кремля вставать под ружье, готовы ли они идти умирать в окопах, нет, подавляющее большинство не готово. Именно по этой причине в Кремле не объявляют масову мобілізацію, розуміє, що люди на неї просто не будуть йти. Як вважаєте, чи ті російські військовополонені, які зараз знаходяться відповідно на території України і утримуються як військовополонені, їхні родичі, чи вони можуть також об'єднатися і через власних адвокатів, захисників, правозахисників донести до російської влади необхідність того, що треба дійсно якомога скоріше провести повномасштабний обмін? Чи це неможливо зараз? Я боюсь, що в настоящий момент російське общество атомізовано. Власть зробила все, щоб люди не могли об'єднатися ні по яким признакам. И даже если возникают какие-то локальные вопросы, связанные с военнопленными, то либо этих людей каким-то образом подавляют репрессивным давлением, либо в некоторых случаях там выдают какие-то деньги, чтобы люди молчали. И говорить о том, что родственники российских военнопленных, которые находятся в Украине, готовы объединиться, я, честно говоря, таких тенденций не вижу. Якщо дозволите, хотів би задати вам особисте питання. Ви росіянин, і зараз ви фактично допомагаєте українським морякам раніше, зараз військовополоненим діставатися з полону, повертатися на батьківщину. Як до вас ставляться інші росіяни, з якими ви спілкуєтеся? Чи є люди, які з вашого близького кола спілкування, які підходили до вас і сказали: «Все, Ніколай, тепер ми з вами не общаємося»? Чи все ж таки більшість людей, з якими ви спілкувалися, схвально ставляться до ваших ініціатив? Ну, скажем так, у мене такий круг общения, що за більше ніж 8 лет з початку російсько-української війни, з початку окупації Криму, ніхто із тих, хто мене окружає, ні разу мені не сказав, що защита українців, боротьба за свободу України, за освобождение її території є чимось плохим. Наверно, це ну, такий підход к формуванню свого ближнього круга. Миколаю, дуже дякую вам за вашу ініціативу. Сподіваюся, що всі військовополонені невдовзі повернуться додому. Дякую.